sede. Виталик, возьми еще ребят и организуй. Четыре чучела, четыре ковра маленьких. Пожалуйста. Я сказал, не успеете, будете 50 приседаний делать. Так. Я разбиваю на 4 группы. Значит, здесь Виталик, Габи. А 16 минут, да? Виталик, Габи. Так, и еще двое боец. Вот. Минут пальчик. Мне. Да. И твой друг. Да. Иди сюда. Как зовут? Михай. Михайши. А что за что туда? Так, следующие. Богдан. Что? Туда. Вика ушла туда. Богдан туда. Все тихо разговариваю. Богдан, Владимир, Артем. Большой Артем. Его друг. Как его зовут? Влад. И Александр Цуркан. Сели туда. Слушай, ты можешь успокоиться? Так, здесь борется Никита, Андрей, там борется. А подожди. Вот у меня еще есть. Манюк Никита, да? И еще, так ты шестой у меня. Ну хорошо, мы тебя туда запишем, Никита. Ты здоровый пацан. Никита, садись сюда, пожалуйста, к ним. Так, здесь осталось у нас раз, два, три, четыре. Значит, там Диана туда, Вика туда, до дальних ковер. Диана туда и Ваня туда. Артем, остаешься здесь. Значит, так. Задача очень простая. Так, послушай. Вика. Значит, задача очень простая. А ну давайте этого мне, который кричает сюда. Раду занят. Юрий Александрович, попроси, чтобы отпустил. Так, все, разговоры. Так, Пастухов ко мне. Задача такая, простая. Вышли, поклонились, ждете команды. Рефери, говорит, взяли захват, берете захват. Я знаю. Я извиняюсь, Юрий Александрович. А он качался, да? Теперь его качают. Давай до конца, дойди еще. Значит, посмотрите внимательно. Задача. До конца дойдешь. Не вытолкнуть. Вытеснить вот сюда. Оп. Только зашел за линию, сюда линия рушит. Сюда проиграл. И выведение за развеса. Ну, бросок через спину с колен, через бедро. Захват только такой держать. Вот он такой. Так, давай. И отсюда. Раз. Вот. Сделать выведение стынга дряпка и теснить. Все разговаривает? И теснить. Оп.
свидания. Вопросы есть? Нет. Значит, Вика, бери, вот вы втроем сядьте сюда, пожалуйста. Сядьте сюда. Поступок. Еще раз. Вон Вика, куда садитесь? Один судья. Один из вас судья, два борец. Выйти, поклониться, взять за глаз, отжимать. И вышел, вышел, проиграл. И в день изравнения с тем кошедрям. Вопросы есть? Вопросов нет. Так, сейчас я говорю, кто с кем борется. Раз, два. Вот. Никита. Святой, Вика еще раз рабу убивает. Вика! А можно мне не говорить? Вика! Он плачет уже. Правильно по больной руке ударила? Не глаз. Так. Сюда, пожалуйста, Виталий Габи. Можно я с Вика? Да. Виталий Габи, вот сюда. Виталий Габи, вышли. Давайте я сразу. Тихо. Так, Виталий Габи. Богдан Владимир, сюда. О, нет, я извиняюсь, подождите. Шесть. Первый, шестой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Богдан, Никита. Так, Виталий? Да. Я тебя буду бить поясом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, есть. Богдан, шесть, два, пять. Владимир и Цуркан Александр. Здравствуйте. Здесь борются Вика и он. Цуркан Владимир, там борешься. Вика, Ваня. Чинч минуте. Так, Андрей, судишь здесь, Раду судишь там. Да у нас. Пастухов судишь там. Вставай. Так, кто еще у нас есть? Андрей. Да, Влад, судишь здесь. Приготовились? Да у нас. Две минуты. Партами не боремся, выведение из равновесия, стенга, шедряпша, ши теснение. Готовы? А мы не боремся? Цени приза. Взяли захват. Взяли захват. Готовы? Вышел, упал, одну очко проигрыш. Хаджиме, 2 минуты. Япон 1-0. Как по боевому самбо. Любой бросок – это очко. Вышел – очко. Захват пластический. Отворот и локоть. За шею не брать. За ковер проигрыш 1-0. Кто первый вышел? Значит, Вике отдали на очко. Счет. Сейчас
Катя, лучше не падай, лучше пойди и все. Лучше сделать потом еще что-то. Не меняемся! Ты слышал команду или нет? Четче подавай команду, чтобы они... Скажи, нет, значит... Матэ. Ссора, Матэ, встали. Никто никуда не уходит. Заправились. Гарри, шаг назад. Заправились. Счет. 4-1. Так. А что один? Чемпионка. Пошли сели. Счет. Счет. 3-3. Значит, два мешка. Ушли. Два. Поклонились. Все сели. Так, сюда выходит. Ковер номер один, два, три, четыре. Ковер номер один. Выходит Никита, Андрей. Ковер номер два. Выходит Артем, Влад. Подожди. Артем, Влад. И Богдан Цуркан Александр. И Богдан Цуркан Александр. Ковер 4 патру выходит Михай Педан. Михай Педан. Габи, судишь. Там судишь. Никита, посуди там, пожалуйста. Ваня, судишь там. Вы судите здесь. Да. А можно уже поднять сверху произведение вывести? Вот тут так спрашивают. Смотрите, можно ли соперника Цини Торс оторвать и выйти вместе с ним? Я думаю, что можно. Еще раз поднять соперника. Если вы подняли соперника и вышли с ним, только не бросайте его вниз, чтобы позвоночник. Вышли с ним, раз, аккуратненько. Это тоже одно очко. Готовы? 3 минуты. Цени приза. Взяли захват. Хаджина. Смотри, сразу остановлено. Пусть отползет туда. Богдан, отползет в сторону. Палец, что ли? Саша, пойди его туда, в ту сторону. Подожди, схватка закончится тогда. Цени приза. Упал на колени, поднимай столик. Юра, что там, Юра? Под колонную воду. Почему разговаривает? Кто там судит, я не вижу. Ваня, ты судишь или нет? Я вижу. Не знаю, видишь. Матэ. Вышел, Габи, останавливай.
Андрей, почему на колени ходишь? Виталик, нет, не отвлекай, пожалуйста. Да. Не отвлекай. Выйдешь и покажешь, как надо. Матвей! Повстали, заправились. Что вы играли? После здесь что это? Спокойно есть? Так. Кто выиграл? Сохранили. Кто выиграл? Артём. Выиграл. Счёт. 1-0. Кто выиграл? 1-0. Ушли. Так, на ковёр вы... приглашается Вика Диана. Вика Диана. Габи Михай. Да. Можно, дзюдо можно бороться, но можно бороться броски делать, и все. Да, и за ковром. Да. Я тебе объясню, за ковром можно делать. Да. Если оба, ходят совсем с ковра, если я хоть касаюсь одной ногой, то пойдет. Будто есть. Если оба выходят, тогда да. Потому что считается так бросок. Если хотя бы одна нога была на ковре, то если будет бросок, то считается. Сейчас еще правила изменятся. А вначале нельзя было выходить. Да. Так, все, сядь, пожалуйста. Подожди. Так, Вика, Диана. Вика, будь аккуратна. Так, там борется. Там борется. Тихо. Что там, не сильно, не знаешь? Так, шестой. Никита. Четвертый Влад. Никита Влад. Ковер номер 3. Влад, Никита. Так, и второй, третий. Второй, третий — это Владимир Артем. Владимир Артем. Артем Большой. Да, вопрос. Хочешь здесь судить? Я. Судишь здесь? Ты здесь. Андрей, иди туда дальше. Ты. Туда. Влад. Нет, Раду, судишь Габи. Будь очень аккуратна. Если что, сразу останавливай. Здесь. Никита. Вот туда. Туда, пожалуйста. Ковер номер 3. Ты. Артем, здесь. Вы будь особенно аккуратен, смотри, чтобы мне Диана руки не выстрелили. Диана, приза дома. Двумя руками держать. Вот так вот, чуть-чуть наклониться. Готовы? Мне стрёмно здесь. Готовы? Цели захват. Взяли захват. Да нет, ну не кто там сидит, Богдан? Подсказывай, если что. Будьте аккуратны. Джин! Стоп! Что ты сидишь?